Вот рисовать, грубо говоря, нравилось. Сережка художник, кличка всю жизнь. Я не знаю, я старался от этого, в смысле, как-то, в смысле, мне нужно... Я с 12 лет, абсолютно самостоятельный, ну, скажем так, ну, наверное, тогда это называлось юнат, а вообще-то натуралист, да? Все свободное время, с 12 лет. Я был абсолютно самостоятельным человеком. Я себе прокладывал маршруты, какие мне нужно пройти, да? Я это все фиксировал. Кто мне заставлял писать там дневники, отчеты, рисовать карты, я не знаю. С 12 лет я абсолютно взрослый натуралист, потом охотник, да? В смысле, в семье охотников, рыбаков, в ближайшем окружении, там, в трех поколениях нет никого. То есть, кто такой рыбак? Кто охотится и удит, у того ничего не будет, да? То есть, это было как презираемое в моем ближайшем окружении, в смысле, то есть, занятие, да? То есть, рыбалка, охота, а тем более таскание по лесу, зачем-то, чего-то, чего он там ищет, да? Пришел, записка, да, ну, числа одно время там ставил, не ставил, в смысле, ну, грубо говоря, там, 13 октября, там, ну, 76-го года, да, видел вальчнепа, да, и маленький рисуночек. Так я про что говорю, в принципе, самое, я по прошествии стольких лет, да, если я открою эту тетрадочку замызганную, да, и читаю, в принципе, вот это, да, видел вальчнепа, да, я не только вспоминаю, в принципе, что у меня мерзли руки, ноги, какая была погода, запах сырости, плесени, руки в карманах, да, в смысле, сердце начинает почему-то колотиться, то есть въезжаешь прямо точно в это состояние, и все это видишь.